Алло, алло. Так, короче, продолжаем. Сливы на заводе. Ну так, пару часиков еще побегаю. Не знаю, сейчас, конечно, соло будет хуево, потому что чариков будет дохуя на карте. А если опять начнут выбивать конечности, блядь, то это все пиздец, ор на всю карту. И давай сразу пушить. Не знаю, посмотрим, короче. Опять жарко, все еще. Время уже почти утро. Но не меняется вообще нихуя. Смыслом тоже было сидеть ждать. Блять, опять мне, короче, паутину закинули на забрало.
Пиздец, он неповоротливый. Начало как бы вроде бы и хорошее, но все равно. Что-то, по-моему, эту бабу я уже видел. Даже пихнуться, что ли, некуда. Блин, а почему перестали подавать? По многие вещи уже я не могу взять у этих у поставщиков. Это нужно, короче, самому покупать. Почему у них, блядь, закрыто, понять не могу. Так. Погнали дальше. Ебать, конечно, мне... Я
Алиса музыку ебенит. С нейросетями. Блять, зачем мне эта синхронизация других игроков, если эту проблему у кого-то, не знаю, там, челиков в пачке и так далее. Нахуй мне надо сидеть ждать. Загрузить, а потом пускай они сами загружаются. Пускай это даже будет, если позже. Мне это тоже это нахуй надо. Надо было, конечно, переход посмотреть. Сука, это дело, что ли, на карте? Ну да, как не ты-то хули. Страшно, страшно. Да еще что ли у вас бегают?
Так, уже все, закончился ивент. Здорово. Он уже закончился. Бля, короче, походу еще дружок бегает здесь. Третий. Ну да, хули так и есть, блядь. Чё, стрим снайпишь, что ли, блядь? Чё, не западло так делать? А вот кто гранату кинул? Я кинул, да. Не запало, говорю, стрим снайпер. Чё? А так, кто стримит? Ну ты сейчас просто так гранату кинул или что, блядь? Не, я по звуку, ты там в туалете ходил, я по звуку. У меня не было в туалете. Ну хуй знает, я там звук кафеля услышал. Ну это значит другой уже чел. Игрушки валяются. Как говоришь? Дружки твои валяются. Не-не-не, я соло, я соло. Это подожди. А второй челик кто бегает? Я хуй знает. Че, может вместе пока-то поиграем, нет? Ну кто сейчас в туалете бегал? Второй человек говорил. Я не знаю, я не знаю. Да я подожди, не тебе пока. Ну, если хочешь, погнали. Окей, ладно, сейчас дверь открываю, не стреляй. Я, типа золотая вот этого твоего. Да, не давай. Вот значок оставь только. Короче, рюкзак случайно положил, я скину сейчас. Там второй еще валяется. Пройди дальше наверх. И фонарь выключи. А, забирай туда остальное. Нет, они, их уже это. Она, короче, уже не актуальна. Где второй челик? Что-то я найти не могу. М?
Где я беру второй челик? Где второй труп валяется, что я найти не могу его? Пойдем. А, да, точно. Тут еще бегают. Броню ты не можешь забирать, чё? Правда, она выбита. У нас же у него нулевая вроде, нет? Ну, не знаю, там подкинешь кому-нибудь. Может, кто-нибудь купит. Да не, нахуй. Ладно, пошли туда. А, вот хули сидел, блядь. Ебать, у него Мьёльнир, что ли? Нихуя себе. Забирай. Я возьму, да? Да, 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 забирай. Блять, он помешали стреляют. Ебать. А если я Мьёльнир застрахую, он мне потом придет по страховке, нет? А ты же его сейчас не застрахуешь. Тебе надо сейчас же выйти. Нет, это-то понятно, это-то понятно. Ты чё, на этом, на Твиче стримишь или на Ютубе или где? Давай я на тебя подпишусь. Твич, да. Как у тебя, как там записан? Окей, понял. Обратно ты верни. Там сзади бегут. Жди пока, короче, дай мы выйдем. Отстань пока. Блять, вот я же... Я же специально, блядь, челикам говорю, ёбаный рот. Зачем постоянно вот идти так, не знаю, идти на абы как будет. Вот у челика, который вот сидел слева в другой, на другой стороне лестницы, я же, блядь, специально его, блядь, спросил. Как бы зачем он себе так дотал, а и потом... Также мог бы с нами пойти. Я один был. Можешь пересмотреть момент. Я только под конец с челиком выходил и все.
Это ты челоботом был? А, ты на первом был, который? А, ну бля, сорян, кость, твою пушку вынесли. Да короче, я же спросил. Кстати, ты у меня был слева, и вот челик вот у меня был справа. Я вот не буду что делать. Просто будете меня поджимать. Ну, вот. А, у меня даже этот... Как его? Броник весь убитый, нахуй. Не, ну паутину у меня осталось, нас забрали, кстати. Блядь, только эту хуйню купил. Ты не слышал, я же тебе говорил в микрофон? Пока я там разбирался с одним. А ты сидел там. Да мы делили это. Так нет, никто же не это... Не даст себе по жопе за разговор это. Можно было договориться и все. Я же говорю, поэтому и спросил, что там, что происходит, потому что... Вы меня просто окружили вдвоем. Что я... И так двойку ёбнул. И плюс... Блять, можно как-то... Плюс и плюс. Да мы там больше не делили, а спорили, потому что говорю, я убрал на первом этаже двоих, и мне прилетает третья. Ну, грена не с хуя. Я поэтому и начал, типа, говорю, типа, не запрело так делать, потому что я подумал, что, типа, стрим-снайп. Вот. Ну, типа, мало ли, дружок. Ну там уже, да, там челботы бегали. Но FMG хорошая... А, FMG... Для MP7 я только знаю, а вот... Про твою пушку нет, я даже с ней... Я ее даже ни разу в руки, наверное, не брал. Что там, человек-то подписывается, не подписывается, идем, не идем. Это же твой шлем? Макдарсту, но я проебал, конечно. Потом подписался. Ну, блин, так-то надо было, конечно, не брать его, потому что у него сейчас тоже смысл от него. А, ну вот, короче, ты мне просто паутину кинул, на забрал и все.
Ну, ты знаешь, в любом случае это, ну, как бы рандомно. То есть, по сути, ты меня мог бы вообще ёбнуть. Это как раз к этому и склонялось. Просто видишь, я-то уже бежал на выход. И не был готов в такой ситуации. Ну, не знаю, я говорю, я твою пушку не юзал, вот. Череп забрал, с которым я был. Ну, точнее, который этот. Подбежал. Так, ну чё там? Идет кто-нибудь, не идет? А, ну, охуел, да. Ну, не знаю, мне вот неинтересно было забирать. Что-то я понять не могу. Я же значок-то скинул. Не прощен, это ты? Ничего, пойдешь? Раз никто не это. Раз тут череп не хочет. Либо, может, не знаю, не нашел. Но мне сказали то, что СП5 хуёвые. Ну, вроде шестые могу покупать, поэтому я лучше с ними побегаю. Бля, я, короче, не знаю, что там сказал, но вот это точно не понравилось. А, понял. Ну, короче, если ДСК есть, может туда залетать. Ник такой же, как и этот. Ну или свой. Напиши. Могу вынести через эти шестые, если хочешь. Ну, кстати, почему-то я вот магазин сейчас покупать не могу. Они, походу, опять что-то там пофиксили. Зева, кто это? Кто его продавал? Прапор, ну. А там раньше, по-моему, можно было 12 магазинов купить. Что за хуйня? Ты в ДС-то пойдешь? А то мы просто там будем орать на всю карту.
Ну, сейчас ник напишу. Такой же, как этот. Как канал. Блять, а почему? А, тут, скорее всего, последний, может, поэтому... А, между здесь... А, нет, я... Ну вот, скинул. Ага, сейчас уже это убрали тему. Типа индивидуальные ники. Здравствуйте. Алло, да. Алло, да. Так, короче, ты с чем идешь? Уже с валом? Да, с валом. У тебя тридцатка, магазин? Да. То есть, ну, короче, смотри, я могу тебе... тебе сколько нужно? А, патрон? Угу. Ты думаешь, 60 хватит чисто на две обоймы? Ну, либо там сколько? 80, чтобы там еще что докинуть. Хочешь, я два магазина вытащу, то там уже сам. Окей. Внутри. Главное про себя не забыть. Да, короче, я вас двоих слышал. Я немного этажами перепутал. Я не знаю, звук как будто умер. Я думал то, что вы сначала в туалете, я пропустил туалет, никого не было. Пошел вверх. Вверху тоже никого не было. И когда услышал то, что вы начали бежать, я выбежал и въебало дал, и что-то как-то ты не умер. Ну смотри, там уже сколько времени-то прошло. До хера так-то, пока мы там разбирали, кто чем, что кому там достанется. Да-да, я просто именно по голосовому чату я думал то, что ты именно в туалете в углу сидишь, и я там как-то, пока вы разговариваете, пытался пройти как-то. Не, там... я же специально же пошел на контакт, чтобы как бы если ок, то ок. А как бы ты замолчал и как бы... Забей, и там, и там про тебя уже забыли, и просто ты уже просто наебало вылетаешь. Ну, короче, провтыкал. Так, ну все. У тебя наушников в случае не будет любых, там, ГСШ любые, абсолютно. Ну, вон, смотри, какие надо. Да, абсолютно любые, просто чтобы... Ну, а тебе какие были... лучше-то? Мне-то похуй. Есть Tactical, есть Excel, есть Contaki. Ну, Excel, если можно. Ну, просто что-то сегодня этот... Я решил по полной играть, типа. Вайп вроде. Денег сейчас мало. Заебешься кнопку нажимать постоянно. Ща, да, блять. Просто у меня тогда игру будет слышно. Колонки, что ли? Не-не-не, просто наушники такие. Mm. Уебанские. Сейчас, 2 секунды. Я этот профессию скинул, там, короче, будет. Окей.
Вот до этой катки ходил за чувака, забыл отъесться, разъебал четверых, там, короче, типы в шлеме Тагилы, там, блядь, забрали шан, такие заряженные с мутантами. В итоге, короче, на выход иду. И у меня там хилка закончилась и уже начал умирать. Из 9.95, короче, по-дикому стреляю, он затащил 3 въебала и, короче, меня положил с одного патрона. Вообще кайф. Зато они сейчас там пиздец орут. С этого. Да просто в ахуе, типа, 3 патрона в 9.95, просто без у него ни шлема, ничего. Это же шок. То ли что-то сейчас с регой, непонятно. Ну, они же это, да, они же там обновили регистрацию. Ну, типа, она иногда хорошо работает, а иногда так по-уёбски. Вот сегодня с калаша с БС по типу стрелял. 2 раза по 15 патрон выжил. Типа, скорее всего, не регал, я хуй знает, короче. Какая-то проблема сейчас какие-то. Не, ну может там челик тоже был, это с, там, не знаю, с другого сервака. Ой, не сервака, а этого страны. А тебя, когда я с Мюллера тебе в лицо дал, у тебя хотя бы хп снялось или нет? Блин. Это надо перематывать будет. Так я уже не скажу. Ну я не. Просто... А ты уверен, что ты мне попал? Да, я тебя в ебучку прям стрельнул. Ты тебе еще этот ну, голова задралась. Просто я не помню, от кого мне паутина забрала. Появилась, поэтому. У меня есть предположение, то, что он именно откок произошел. Ну просто у тебя ж это какой шлем? 4 забрала? Или 5? 4, скорее всего. 4, ну вот. Ну, не знаю, он челик, он, который был. Там пуш, этот челик, пушку увидел и говорю, похуй, забирай все. Просто этот патрон, он, короче, 5 шьет полностью. И урона 122. Ну, короче, скорее всего, он просто ушел вскользь. Да, скорее всего. Может, вышку какой-нибудь там улетел. Ну, типа то. Он там что-то чел крайне охуел, он там. Блять, короче, забирай сразу. А, что-то, подожди, ты дропнул рюкзак? Я рюкзак дропнул, да, я в офис бегу. На тип. Я умираю. Бля... Я рюкзак не смог забрать. Слышь, это он там открыл. Я понимаю. Там челик с какой-то хуйней скорострельный на глушителе. Убил? Да-да-да. Там дикий. Ну, блядь, мне лечиться надо теперь. Лечи, сейчас я обойму достану. Прикрою. Ты? О, блядь, у меня дикий! А! Тяжело. На поре. Еще блядь. Это чел. Блять, у меня клин. Да, что происходит? Я, короче, к воротам это иду. Я кого убил? Ща, живи. Я на воротах убил. А ты убил? Да-да-да. Еще там... Блять, у меня 5 клин, сука, надо пушку менять. Что происходит? Блять, я не понимаю, подожди. Али, у меня забагалось, блять. Кто? Рюкзак? У меня рюкзак на спине есть, нет? Чекни. Нет. Блять. Что за чудище? Ну это пачка. Ну, справа, справа еще есть. Слышь. Топовая МК. Пизда, сейчас. Короче. Я сделаю так. На хуёвых патронов. Попробую прибежать. Я гранату кидаю. Сейчас, подожди, сейчас. Где это чудище? Не, беги на выход, пизду. Ну, блять, таймик уже приебали. Он там же стоит, на первом, скорее всего. На первом он? Да, ну, где-то там шумит. Просто мне докидываться надо еще.
Проходи, иди на... Да, на первом. Блять, я рюкзак где-то проебал с патронами. Ну ладно, нужен. Новый куплю. Подожди, он бежит. Сейчас бежит, мы не успеваем, сейчас я его разберу. Убрал? Одного, да, убрал. Да, да, тогда пока не выходим, ждем. Полечимся, да. Зайди сюда пока. Лечись. Я сейчас не дочку, да? Там какие-то залетные типы с ППШ, подожди. Лечись, я чекаю. Это, по-моему, последний был. Ну, троих ёбнули. Но еще, скорее всего, один. Это другой, потому что, по-моему, я того дальнего не убивал. Ты перезда, да. Да, это я здесь сижу. На тебя? Да, все, это никого нет больше. Вроде. Да, ты почему? Да, все, вроде никого. Ну вот это, да, всех показанчиков не оставь. Ничего чем? Вот это, да, всех челиков, только значки мне оставь. Я пока лечу. Я тебе скину, короче, потом. А, ну, ну заберешь туда значки и там уже. Дроп. Бля, где мой рюкзак, сука? Подожди. Он забагался. А, не, подожди, он должен быть где-то. Ты же не мог его, типа, зад прожать случайно? А, вот он лежит, он на том же месте, прикинь. Ну ты взять его можешь? А, нет, не могу. А-а-а. Ты можешь подойти и посмотреть? Можешь, ножку починю. Ну, полутай пока челиков, потому что там, мне кажется, лучше было, чем этот ебучий рюкзак. Так, стой. А, я понял, у меня, короче, на спине, его просто не вижу. Я выйду из рейда, он у меня появится, по идее. А, ну, кстати, как варик, да. Просто, если я перезвоню, он появится. А, ты взять не можешь другой рюкзак, потому что, да, он да, у тебя. Да. Ну, да. Сейчас этот баг появился, типа, у тебя... Любые предметы, которые ты дропаешь и берешь, они почему-то багаются. Mm-hmm. Не выкупаю, почему? Так. Вот это я возьму. Ну там значочки только ставь мне и все. Я сейчас все дропну. Типа. Ну сейчас я уже сам приду, наверное. Как одного ты убил, второго я убил. Вот, держи. Вот. Ну это же твой челик, нет? Вдвоем. Похуй, забирай. А. Так, вот получается, этого убили раз. Вон тебе и наушники, кстати. А их некуда их... А, нет, вот. Вот, хорошо. Так, все, жательно съебываться. А, почти. Ну все, получается, вот раз. Вот шкрека два. Вот там вот. Третий вот тут. Все получается, всех. А ты всех потрогал? Да, да, там вот, вот это... Клин был. Или кедр вот это вот. Потом... ППШ и МК. Короче, у него МК на 46 отдачи, но на говнопатронах. Он сейчас, короче, мы в сторону войдем, я патрон нормально заряжу, и вот месило его пойдет. Сейчас, подожди, меня, по-моему, я, по-моему, черик все-таки убил. А где? Сейчас я пробегусь. А, ну вон, да, вали... А, нет. Блять. Ты, по-моему, только в этом убивал, ВВ. Ну вот здесь вот чел бегал. И, короче, может быть, это, конечно, он был. А, нет. Подожди. Мне кажется, этого мог он быть, потому что они залутали сейф на втором. О, на третьем. А, короче, пизду. Пошли. Надеюсь, рюкзачок появится. У меня сейчас... По шестой надо. Надо, да. Вообще хорошие патроны. Да я начал вайп именно. Уже получается 6 дней назад, но под конец вайпа вот жду вайп. Ну, в конце месяца. Ну вот, за сегодня там 2 мюльнера с теплаками на пехах. Ну, короче, нормально. Нормальная тема.
Капец, это стак, и они были в нормальной броне, но с этими, с ППШ-рой. Какие-то странные типы. У одного М-ка, он что-то вся поверил на говнопатроне. Я вот смотрю в последнее время, вал это же имба, нет? Именно СП-6-х. Ну, интерес. Я просто на типа выбежал, тоже на завод играл. Забрали Шайма в шестерке, которая, понял? В этой горилла маске. И он меня распилил буквально за секунду, за две в броник. Это, ну, неадекватно. Да все у меня имеется. Это хорошая пизда, да. Но я его юзаю, потому что как бы мне сам по себе вал нравится. Ну, что в жизни, что в других играх, поэтому... А плюс мне еще шестые открылись, и поэтому я вот что-то решил побегать с ним. Так, я пушка зачет. Сейчас. Ну и плюс, да, она, я считаю, еще и ебенит. Ого, у меня есть ССАП, нихуя я жесткий. А что, хороший нет вообще челик-то, блин? Челик, ну, единственный, кто вкусный, это, наверное, вот с эмочкой. Хорошая эмка. Ну, и брони ТВ-шку взял. Ну, так пойдет броня. У меня еще клин, сука. Ну, потому что там, когда ты одну обойму фул выжимаешь, то и на второй клин. Всегда, по-моему. Ну, там еще зависит же от этого. У меня, считаю, 81-й этот, состояние его, поэтому по-любому должен был заклинуть. Все, я топовыми патронами зарядил, это же вообще пизда, чем силово будет. Хорош. Именно эмку. Еще гранату одну купил. Ну, не торопись, да, потому что я тоже одеваюсь долго. Окей. А ты слышишь, да, когда я кнопку прожимаю? Ну да, слышно. По-моему, если включить стример-мод... Да-да-да, если включить стример-мод, по идее, этого не будет слышно. Как это сделать? Нет, а там же можно вообще просто убрать эти звуки. Ну, типа включение-включение. Ну, это нельзя, конечно, будет потом хуёво, что ты можешь не понять. А вот ты так? Как убрать звук именно вот этот? Ну ты хочешь, чтобы вообще его не слышать тогда? Да-да-да, он мне иногда мешает. Так, а что там, куда заходить надо? Именно в Дискорде? Да. Голос видео, и там будет режим рации. А, не-не, это не то тогда. Надо, значит, уведомления, скорее всего. Да. Короче... А, нет, подожди. Там как, а вот режим стримера сейчас я включу. Включите режим. А хули? А вот. Да, все, не слышно. Найс. А, ну да. Вот. Я вот кликаю, не слышно, правильно? Угу. Все, пойдет. Пойдет. Ну, я готов, наверное. Все, погнали. А, сейчас водичку туда кину тоже. Я понимал, когда вначале я был без обоймы, мне пришлось дикого с топора убить. За сейчас, что ли? А, ну да. Да, в этом рейде, типа. Ну, я видел труп его, ага. Я кровожадный. Ну чё, игра такая прекрасная. Раз так багается. Ой, я бы на эмочку сейчас этот повесил бы. Ладно, похуй.
Ну, могу это отменить. Не-не, сейчас пошли. У тебя костюм, кстати, прикольный, именно который покупается у барахольщика. Угу. А ты что, берет или всяк? Сейчас всяк. Ну, я в том вайпе берцем играл. А сейчас наоборот, если хочу бера вайпе поставить. Да я... Думаю, что... Второй вайп я только играю, поэтому. А, ну, у меня именно за этот вайп, я там вначале играл на аккаунте друга, а сейчас купил себе именно Тарков для себя. Mm. Вот, предтоповый взял сразу. Понятно. Да, хочу докупить топовый, потому что там сразу 0.3 реп, это офигеть. Ну и да, это... будет схрон. Угу. Да, так еще и подсумок, но это вообще идеально, я не знаю. Ну да. Может быть лучше. Это получается только уровень вкачать и товарооборот. Это у тебя третий торговец, и ты, в принципе, уже можешь бегать с топ-пульками в топ-шмоте. Ну, если там задание поделать, то да. Ну да-да-да, там уровень вкачать, плюс некоторые предметы, которые открывают этот квест. Ну, не знаю, я вот когда в 21 году купил, ну, начальный, год не играл, и вот в том году, в августе, только начал играть. Ну, и потом я съел его, потом прокачал. Что-то под ночь я вот взял калашик там один, вот когда я этот без еды умер от дикого, думал, сейчас этот рейдик на лайте будет. Я спавнюсь и слышу, там три типа, короче, топают. Не знаю, вот именно вечером почему-то фулки заходят на завод. Не знаю почему. Ну, до этого же был эти ивенты же были. С этими... Ну, это понятно. Ну, типа, великими. Я вот утром... С гунами, да? Вот mm-hmm. Понял. Да, я просто утром вот бегал по заводу. Просто там голые типы. А вот сейчас именно такие два рейда подряд по залету. Фулочки. Ну, ну, если я... считать этот рейд с вами двумя. Да не, я не фулочен даже. Просто видишь, вот когда ты одеваешься вроде как хорошо, и тебе залетает пизда какая-нибудь просто с первого патрона. А когда ты одеваешься хуёво, у тебя вообще все идет на изи. Я вот не знаю, как это работает. Наверное, потому что ты звук не боишься. Да нет, наверное, не в этом суть, а то, что я так и так, ну, в каких-то ситуациях все равно иду подпушивать, и все равно тебе, не знаю, там залетит. Часто на вайпе-то уже, конечно, нет смысла бояться. Ну, бабки уходят, конечно. Обидно. Они все равно, ну, у меня до сих пор есть вот именно вот вайп скоро, да, но у меня все равно чувство, не знаю, почему боюсь за лута. Именно. Ну да, все правильно. Ну, это знаешь, когда работает, когда тут делаешь какой-нибудь квест, блядь. И когда там несешь какую-нибудь там, не знаю, солеву, и все, пиздец, тебя ёбнут, и ты, короче, такой, ёбаный рот. Либо Газан, вот Газан. Ну, типа, да. Так, нет, ну Газан-то там... А, хотя и слева же можно потом скрафтить. Ну да, короче, вот, типа, вот это больше всего бесит. Почему-то рейд 4 минуты ищет. Фулочки спать пошли. Ну, сейчас договоришь, так посмотрим. Вот знаешь... На заводе чего-то не хватает, как будто Тагила, да? Я сегодня два раза ебнул уже, кстати, тоже со спешистыми. Он вообще на изи улетает на этих патронах. А ты куда ему, в ноги или в броник? Не, просто в тело, куда прицел на это. Понял. Ну я говорю, меня из по шесты вот разобрали, когда я был в шестерке, вообще как нехуй. За 2 секунды где-то. Так, я ж тебе ничего не скидываю. Ну где? Понятно. Мы бежим сразу туда. Чай этот, привязаем. Пока что сон. Я в офис бегу. Окей. Ну у тебя челика будет справа сейчас. Да, я в курсе. Я ж там и был, когда вы начинали. А. Я
Я слышал, короче, как вы бежали тогда. Ну как бежали, я один. Это не... Это не... Я как... Подожди, я, короче, на дальней лесенке. Подожди, ты сейчас где? На дальней лесенке. Вот как ты заходишь? Сейчас я пробегаю, я понял. Не-не, ты там останешься, просто походу подо мной тут и есть. Я слышал то, что вдалеке есть кто-то. Именно где-то... Да, у меня есть, поднимаются. А, это бот, блять. Стука. Не-не, там еще был тип. Или бот, хуй знает. А, по-железки бежит на выход, походу. Походу, пошли чекнем. Нет, подожди. Ты сейчас где? На лесенке. Ты гранату кидаешь? Нет, нет, нет. Меня залетело, блядь. Он под себя кинул гранату. Короче, на первом этаже есть чел. На выход открыт. Тихо, тихо. Слева. Блять. У меня чел на первом этаже, короче, идет. Я понял. Это, вот вижу тебя, я за тебя в этой. Сзади меня еще тип. Что происходит? Ебашь всех, короче. Есть еще гранаты? Типа убил. Можем, кстати, моего. Сейчас, ты сейчас... Лево, я да, там, знаешь? Я там же, на лево, на втором, на первый, второй этаж у меня. Ой, третий, второй этаж у меня на лесенке. Ну ты, походу, моего убил, потому что он кинул гранату и убежал, скорее всего. Подожди, сейчас, я к тебе пробегаю. Ты сейчас на лестнице, да? Да-да-да, это я. Вот. Ну ты, скорее всего, ёбнул. Сейчас проверим. Подожди, подпуш. Никого не вижу. Нет, ты сейчас кого ебашь? А в Ашхелме такой. Типа, ну еще. Это вот, скорее всего, он, потому что... Потому что он кинул гранату и бежал направо к тебе, ну, в твою сторону. Значит, это он. У курточек ша... Ладно. Так, у курточек тут. Как он не умирает, блядь. Так, я, короче, на третий, понимаешь? Ёбаный в рот, что это за сборочка такая? Боль. А ты где? Я у курточек. А, всё, лестнице. Подожди, это я. Не, подожди, я на третьем, ты где? Я на первом, вообще не у тебя. У меня челиков дохуя. Челики? Да. Я убил в туалете. У меня еще на третьем этаже чел. Я чекаю. Я в этом туннеле, понял? Где был? На первом? Нет, на третьем. А, ну я на третьем на лесенке я. А ты чё, подожди. Не, ты сейчас, ну, ты мне сейчас ноги стрельнул. Нет, нет, нет. Ну выгляни. Не мог, блять. Далеко, бля, в туннеле, понял? Вот лазером свечу. Подожди, так ты вообще там, что ли? Я нет, да, я там. Да, третий этаж, понял? И как... Ну смотри, я сейчас стрельнул вот так вот. Бля, вот смотри, я пизжу. А, да ты там что ли, блядь? Тогда это не ты. Ну это понятно, потому что не я, потому что я по тебе не стрелял. Только, значит, у меня еще, короче, еще будет череп. Ну вот, на третьем этаже. А, справа, как мы заходили. У меня еще бежит. Гранату ты кинул? Нет, нет, нет. Ты сейчас где? Ты сейчас где? Там же на лесенках сижу я. Еще блин, кидает, блин, еще блядь. Кидает. Там меня закидывает, блять, пушечная, нормально. Короче, если я вижу типа не на лестнице, то это не ты, правильно? Ой, это почему? Он где-то в офисах. Нет, в офисах на лестниках я. Ты с левой стороны. С левой стороны. Все, значит у меня тип. Ну значит у меня тоже, блять. Логично. Граната прокидываешь. Значит, двоих. Двое еще у нас будет. Граната. Ты кинул? Да, да. Блять, ты в меня кидаешь. Ну все, у нас значит где-то с тобой рядом тип. Я в туннельчике. Блять, короче, я через другую лестницу пойду обойду. Это... Меня и еще ты опять кинул? Нет, нет. Блять, а может это босс, ёбаный рот? Еще блядь. Кинул. О боже.
Я через вторую лестницу сейчас буду обходить, понял? Давай правую только. Через другую. Ну как мы... Как тем мы... положено, понял? Да, да, да. Да, ну как мы заходили, вот там сидит, да. Потому что челик кидает все гранаты и похуй. Я его не вижу, где он, блядь? Я не ебу, он что-то закидывает. Откуда? Он с туалетов, походу, не? Не-не-не. Он на выходе, блядь. Звук выхода. У выхода? Да. Ну где вот переходик, где ты был изначально? И все, я по третьему этажу бегу. Это ты сейчас меня увидишь. Да, я еще. Да, видишь железку, слышишь? Вот, ты на лестнице, правильно? Да-да-да. Это я, это я. Ага, ага. А по звуку, а короче, он? Железка, он как будто бы это. Не смотри в дверь. Я понимаю, подожди, это босс или что за хуйня? Нет, сейчас... это череп, скорее всего. О, опять кинул, опять кинул. А я кинул. Блять. Интересует, где человек находится. Ну это не босс, значит. Это не босс, да, он бы заорал. Что за хуйня происходит? Ты бежишь? Нет. Я также на лестнице. Дикий забежал в этот, в подвал. Гранат не я кинул. Так это он все кидает, блять, ёбан. В контейнере хер. А, кстати, это гранатомет, может, нет? Не, ты не. Бежишь? Да, я. Что-то челботов много надо съебывать. У меня чё напрягает, который гранатами раскидывается? Подожди. У меня чел. Я лечусь. Так, я сейчас упаковываю эти почки. Ебать! Че? Челик, вот этот, которого я убил на игольниках. Ну все, в трусы закидывай. Ебаный в рот. У него говнокалаш на игольниках. Я в ахуе. Я, короче, проще сделаю вот так вот. Это ты? Нет. Я поймал 100 игольников. Будто неплохо, да? Ну, неплохо, ну, потому что спешки. Короче, я там танцую в этом, в ДСке ёбнул. Что, так, блядь? Ну, я готов на выход, в принципе. Упаковал пупсика. Ну, я бы просто, понял, перезапустил, а то все, тут сейчас челоботы набегут, потому что 11 минута, и пизда. А сейчас я побегу, ну, понял? Ну, пошли тогда, я... Нет, я, давай я к тебе. Давай, давай. Ты по железке. Да, да, нет, стоп, я за тебя, понял? Вот, да, да, да. Интересует, где молодой человек, который гранату закидывает. Что по звукам, блядь, я не понимаю. Да, пошли аккуратно. Ты дверь закрыл? А, нет. Ну, забей, ну, пошли через низ вот так. Не-не, пошли тут на выход. Почему у меня звук дублируется в ушах, что это? Потому что я танцу запустил. Потому что... А, блядь! Потому что тебе я... Тебе поднимается к чел, ну, бот. Я на... уже к выходу иду. А я не там. Я на другой пошел. На какой ты? А вот, который где это... Санчасть. Ну, не санчасть, а проверять от санчасти. Понял. Без ключик. Ага. Ну я ж вот, вот тебе танцуху запустил. Ой, ты сейчас где? Ёбнул дебила. Вот ты правее, 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 направо. Так? Направо. Подожди, так, еще право, так? Вот, так, вот, вот, вот. А, все, понял, понял. А, я твой стрим в Дискорде, все. Да, там тебе надо просто это... снизу. Убрать звук. Да, я убрал.
Да я специально сделал, чтобы это не путаться. Кто там, чё, почём. Тогда я тоже сейчас стрим включу. Ну шипа. Да, чтобы это... А, я ты убрал короче... какого-то черика. Я его даже не потрогал. Понял. Так. Можно еще одну? На заводик. Сейчас что-то заводик такой прикармливает, знаешь? Ну, есть такое. Ну, вот в моем, короче, вот калаш на игольниках был. Но сборка у него, что ты понимал, там 100 отдачи. Это просто пиздец. И... Этот корунт у него был аж хел. Ну, такой, по залету. Не, может, он просто что-то знает, но не знает. Да, он что-то похоже. Блядь, впервые такой дебил я вижу, блядь. Чел на игольниках, но калаш дерьма. Да. Ну, Некс готов, в принципе. Так. А, мне покушать надо. Сейчас бы зашел в рейд, блин, как всегда. Кстати, да, пригодится такая тема. Ай, обидно, я бы сейчас тагиловский шлемак был бы, это вообще прикольно было бы. Но... Ладно. Да могу вынести чё. Чё? Могу вынести, говорю, если надо. А, да не-не-не. Да там просто лута миллиард было, там, эмки, мутанты, вот это вот всё. И умер чисто, потому что не покушал. Из-за того, что слишком быстро собирался. Провтыкал моментик. Двадцать девятый уровень, понятно. Так, ну я готов. Вроде все починил. Кстати, да. Важно зачинить часто. М-ка вроде на топовых модулях, но что-то какая-то такая себе. Ну как, нет, именно она по отдаче нормальная, но не самая лучшая. А тебя как вообще зовут-то? Саня. Здорово, Санёк. Соточку не верну. Ну ладно. А чё, не стримишь? Почему не стримлю? Потому что... У меня какая-то хуета. Типа... Вот у меня стрим запускается, да? У меня звук идет, а картинка на месте стоит. И обновляется там через год, понял? Там на один кадр. Не знаю, в чем прикол. У тебя... Может, прос? И чем? Прос, может, слабый? Нет, у меня, короче... Раньше я стримил там некоторые игры. И у меня было все нормально, но в один момент вот такая хуйня случилась. Может, я что-то там... Сбил. Я хуй знает. Ну, там либо... надо зайти в настройки OBS, а там посмотреть, я не знаю. Ну, либо, может, у тебя этот битрейт там жесткий какой-нибудь стоит. Может, он на 8, на 8К его поставил, блядь. Ну да, у меня 8К битрейт я поставил. Не, ну вот поэтому у тебя и это дергается. Да? А какой должен быть? Нет, а какой у тебя битрейт там стоит? Ну, именно который я ставил в этом в ОБСке, 8000 поставил себе. А, ну это нормально. Не, 8К я имел в виду, блядь, не. А, для, 8К для, для телеков, ну хуй. Я именно битрейт 8000 поставил. Не, ну если инет позволяет, то да, можно так делать. Там инет хороший, я вообще не знаю, почему такая тема случилась. А бы, наверное, уже стримил. Ну.
Тема интересная, считаю, человеки как-то это все равно взаимодействуют с тобой. Ну, которых ты убиваешь, бля. Да ты до сих пор ох, как FMJ-ка тебя не въебало. И у меня, понял, в планах было все идеально. Я выхожу, одному въебало и второму въебало. Но отскок, это да. Блин, надо тот шлем и шлемак будет купить, потому что, походу, нормальная тема. Ну, не знаю, не знаю. Ну, она тебя спасла, блядь, от 3.3.8 лупа магнум. Ну, кстати, да. Это, по-моему, самый сильный патрон в игре. А нахуй ты, ты такую пушку вообще выносишь? Да похуй, как-то. Ну, я еще вот на таможне был, на АПшках вообще. АПшки, они в шестерку одним патроном без откока шьют. Вот на тамогу бегал, там, типочков разъебал, его скинул, и... а второй решил, короче, просто пойти на заводик. Да, я кроме разведки завод больше ничего не знаю. Да. Он, похуй. Блять. Так, надо пропушивать. А, я... Тихо-тихо. Ну, слева нет, ну, где там стреляются, скорее всего... Мальчики, никого. Слева короче, будет стоять, наверное. Я налево бегу. Нет, ну, налево не было, но... У них респа другая, короче. Лазер? Мой-мой. Ща, вазелин мажу на попку и погнали. О, МК. Слышь, МК. Походу. Ну, Тагила не случайно? И чем? Тагила не случайно? Здесь просто челики просто файтились. О, труп бота. Не в офисе хоть сидят, по идее. Бля, это хуёво. Ой-ой, ебать, вектор нихуя. Это по тебе? Нет, нет. Либо вектор, либо клин. Бля, ну сейчас заходить, конечно, сложно будет. Мне столько на размен бежать. Ой, блять, промахнулся. Дверь закрыта, кстати, снизу. Сзади еще кто-то. Давай кидай фишечки. Нормально. Да, есть. А, это бот, блять. Нет, стоп. Там еще вдалеке есть. Вижу. Грена может кинуть. У меня хуя. Отойди, отойди. Он о, просто. Блядь. Он просто ага. Потом тоже запушит и все. Говоришь, если у него эмка, то может он нормально он заебенит. Пропушил направо в туннель. Я поднимаюсь. Блять, у меня ножки нет, сука. Понял, он справа. Да-да, я понял. А, у меня тела нет. Да, короче, это. Не знаю, где он сейчас. Да, там же, там же. Бля, как же хуёвая эмка? Блять, его ебашить надо, потому что у нас еще черик есть. Жив. Он онлоу, пиздец. Он но... слева. Я пушить, похуй. Граната ему залетела. У меня хуёвая. Патрон мало, подожди, не пушу. Пизду, все убрал его нахуй. С дробиком был. А, да, вектору, типа. И твой шлем. А, ну забирай этот шлем.
Он без наушников, да? А слышит нормально все? А, его, кстати, да, нельзя ебашить. Пойдет. Не, ну слышно, я не знаю, как бы там надо уже самому это смотреть. Это вектор 40. А, не, 9-19. Хорош. Да я значок спижу тогда. Чтобы понимаю, по нему так много попало. По-моему, вон этот стенка в крови. На МК все, у меня без патронов. Вот вектор это слышишь нормально? Не, вектор вообще забить тема, да. Он по ногам, да, распиливает? Я больше стреляю все равно по телу. Я, у меня нет возможности сидеть и как-то вымерять. Это вот этот ебан меня? Да. Реально, он здоровяком мне. Ладно. Ну, кстати, он меня не попал. Но он по мне нормально так. Ваш стрелял. Next, наверное, на флешетах. Ой. Ну, так это же... Понимаю, чем. А в нем два значка можешь забрать. А, так они еще и голые, можно сказать. Вот теперь, в принципе, с таким шлемом пустить можно. Граната! Не слышал, кстати, не слышал вообще ее. Да, я еле услышал. Вот, нет гранаты, это печалька. У меня тоже кончились. Он дружбак, может быть. Подожди, еще раз, пизда ему. А почему у меня перелом, блядь? Я могу тишину дать. Я. Сейчас, короче, слышишь, тебе нужна шина? Да, давай. Держи. Ой, патроны скинул, бля. Ща. Оп, держи шину. Я запушил лестницу, которая вот там вот, откуда мы пришли, я там никого не нашел. Хромаю, да. Вон он здесь, он... Откуда пришли? Ага, еще один вот тут. Сейчас живи. Блядь. Йо. Больно? Ну я кину себе, ну блять, все равно. Где? Плохо будет. Подожди, рюкзачаем отпишем. Без гранаты хуя будет пушить. Да не собираюсь пока что. Чекай. У меня дробовик. Ну... Ой, ебать! Ты что, покрой? Он на нормальных патронах. Живет, сука. Ебать больно. Но мы его не запушим. Он сам ебнет первый. Он стонет, он стонет. Можем с двух сторон его запушить. Сейчас чуть-чуть еще подхилюсь и погнали. Да, привет, ну тоже нормально побегал. А что, твой нет? Челик у нас стоит. На стрим все зашли или что? Да. Ну вот, который с дробиком. Твой нет. Вон он, сука! Это по кому? Да, вот снизу. Я его не вижу. А, ты один был, блядь? Подожди, а черри, который был в офисе, валяется? Это не той друг, раз? Слышу, он тут... на это, на туалете. Ну, слишком не подходи, потому что бронь... О, этот. Дробик у него не забывай. Ох, блять, удачи ему. Не, получается, типа, Эли, который лежит вот там, вот это не твой дружок? Ща, перезаряжу вектор и пойду ему ебало набью. Ну, здесь... На размен, если идти.
Он там же, что ли? Помощь. Ебать, там дикий. Да я это бот, блять. Так я... Ебать. Подожди. А больно так? Мне тоже хуёво. У меня опять пошла эта звук. И умер. Подожди, а как ты сдох? Меня дикий убил. Просто обычно не человек. Нет, а ты здесь стоял, блядь, за углом. Игра такая. А с чего? Ты мешает 239 PS. Ты прикинь, я чел с магном картечи въебал. У меня отнялись руки, ноги и живот. Пизда. Похуй. Пытайся выйти, я хуй знает. Забери там вектор, он дорого стоит, эмочек у меня. И все, если пись. Бля, у меня с... пополнением хуёво. Там еще шлемак вот твой, можешь забрать. Хорош. Тебе броник не надо? Броник там у меня из лупа. У тебя еды нет, слышишь, съёбывай. Да я знаю. Да я на уколах хули сижу. А, ну ладно, так вот. Я просто, если ты сейчас не съебёшься, то... У тебя в этот в отбитую конечность просто ты умрёшь. Там по СТГЖ. Там красноносы. Чё, челобота. Какой же у тебя охуенный шлем? Ебал я рот этот шлем. Я уже ничего не вижу. Могут справа, слева, ладно. Я просто в ахуе, какой у тебя шлем. Я теперь понимаю, как у меня, блядь, FMJ-ка тебя не убила. Ну, короче, смотри, вот на третьем этаже на длине валялся челик. Ну, точнее, мы его ёбнули. Вот это, скорее всего, кто-то, короче, из ваших. Ты стоял в соло на дальней лестнице. А как получилось так, что вы в одно время с разных пачек стоите на одном месте? И даже между собой не файтитесь. Это магия, ты не шаришь. Согласен. Так. Чтобы взять. А, ну хули, блять, я этот просто возьму, да и все интерес. Кажется, Крис вынес. Сам спа? Я ж тебя Крис вынес. Вектор? Угу. Да нет, залупа, не нравится ста себе. Типа вот с него пострелял, ебать его там несет. А чё, этот как его, а шлем? Вот шлем можешь. Хорош. Подожди, СП-6 у меня где-то? Это как? Блять, мне кое-что... А, ты меня в обоймах, да, вынес? Угу. Можешь вынести мне 20 штук именно россыпи, чтобы докинулся в случае чего? Или там 10 буквально там против ботов. Ну, против. Блять, у меня забагалось. Сука. Не, мы сидели на противоположной лестнице с правой стороны. Ты сидел с левой. Я ёбнул челика на длине в офисе. Потом ты вылез. А, группа расформирована. А я вышел, потому что у меня это забагалось. Понял. Вот, ты вышел и, короче, просто кинул гранату и пошел пушить. Нет, он не в самом офисе был, он был на длине. Ну, в этом, в коридорчике.
А чё, это тип, который с дробышом был? Или чё? Ну да, это вот на стрим зашел. Вообще, по факту, мы были на противоположной лестнице вдвоем. Мы там стояли. Ну да. Я, получается, пикал тебя. Я тебя там очень много надамажил. Вот. Может, ты правильно все думал. А почему тебе СП-6 покупаются в брапорах? Ну, третий этот я не знаю. А у тебя какой? Не-не-не-не, по цена какая на СП-6 у тебя? Блядь. Я уж... А, ну сейчас посмотрю. Чтобы знать. 2000. Ну, просто... За один, да? Угу. Да, у меня просто не третий же торговца, я думаю, все вот именно на этом аккаунте же на игры на 6. Ну да, я понял. Мы пока что вторые. Да, думаю, давай, по не успею вкачать. А не легче просто ремнуть забрала, нежели покупать новое? Она у меня... Ты же видел, у меня там все в паутинах. Она же не чинится. Разве? Да. Ладно. Забрал за 13 тысяч за халяву. А, нет, стоп. Это штука на обмен. Ну, смотрите, там, что там было у них? Бля, о. А, там три... Стоп, а сколько надо там? Три этих оргстекла. А, все, тогда понятно. Ну, эти... Типа одно оргстекло. Что там не цепляется? Алло. А, о... Не знаю. Я же ежи покупал. Ну да. Вот она. Может, конечно, это не та. Так, это, скорее всего, не та. А покажи название. А, ну вот. А, ну вот. А это с паутинами, да, наверное? Там, скорее всего... Да просто надень этот... Нет, это вообще другая. Не к этому шлему. Да просто возьми на день Тагилу, это штаны тоже практически, только за более защищенно. А там в дырку? А. Там в дырку же только будешь смотреть, поэтому. Понял. Неудобно. Ты меня чуть раз спешу вынесешь, да? Там буквально чуть. А, кстати, броник почини. Броник свой почини, а, поебанный. Его бы, конечно, вообще поменять. И... Так, шлем ты выносишь, да, вот эту лошадзешку? Да, блядь, у меня мусора до ебени просто, короче, я не знаю. Плохо, короче, все поудаляю. То мне просто выкинуть некуда все это. Мне кажется, в принципе, просто... А, нет, не можно. Что будет? Я так и не понял, как меня Дики убил, но ну да ладно. А-а-а. Я говорю, так и не понял, как меня Дики убил, блядь. Ну, хули там началась эта странная паника. Да нет, так я стоял вообще за лестницей, нахуй. Он вообще с этого, с... Ну, как это назвать, блядь? Ну, скажем, с улицы. В кавычках, блядь. Короче, я могу тебе пятый вынести. Потому что вот у меня осталось 50, тут еще и все. Да ладно, у меня в обоимах имеется этот... Сколько? 60 получается. Думаю, ну, докидывать не надо будет.
Ну просто проблема еще в том, то что почему-то магазины я теперь покупать не могу. У них какой-то лимит уже там, не знаю, потому что вот я вот тогда на неделе, ну на той покупал, сколько там, лимит, по-моему, 12 штук был. Вот, а сейчас... А, я понял, почему мне слот доступен, у меня шину. Шину я тебе отдал. Похуй. Так, ну я готов, в принципе. Так, тебе, короче, эта пушка не нужна, да? Не, я с валом. Ой, ВССом. Неплохо. Туда продаю все нахуй. А, ну хотя тут непонятно, какие там патронцы. То. Ну да, лучше за я это. После чего первый увидел, то и начал закидывать. Слушай, а какое крепление должно быть, чтобы повесить рукоятку? Это что должно быть? Да. Ну, именно вот у тебя вал, да? И ты на него рукоятку повесил. Это надо какое крепление повесить? Это как? Подожди. Не выкупаю. А, во! Вот так? А, нет, стоп. Бля, втыкаю. Что за хуйня? А там, по-моему, А, сейчас. все, я нашел. Вот это залупа. А сколько она стоит? А, ха-ха-ха. Понятно. Там много? Сделалось. Дохуя. Сколько? Это 250. Да ладно. Нет, ты можешь не точно смотришь. Да нет, вот крепление. Ну, вот эта хуйня, чтобы туда рукоятку крепить. Да похуй, в принципе, и без рукоятки. Вал довольно точно, ну, лазерган. Еще у него 30... А, 38 ты отдачи. все понял. Почему вон 30, 32, 32 тысячи стоит? Ну, это у Подожди. меня, скорее всего. На стрим зашел, покажу. Нет, не рукоятка. Я про... Смотри, зайди на вал свой. Вот. Видишь, у тебя вон у дула вот такое крепление вот А, это. вот это вот? Да, вот эта залупа стоит 220 тысяч. 250, там, 220. Бля, да подожди. Как ее посмотреть-то? Нижняя. Вот, где она, блядь? Вот это, да. По идее. Да, вот она. Но она у тебя вон у егеря на короне. Ебать, 10 тысяч, реально. Да, так она 200 тысяч вон. Блин, надо будет короню егеря качнуть, это имба, пиздец, за 10 тысяч это залупа. Не, ну если успеешь, конечно. Ну, я про вайп ему когда будет. Я это не успею, конечно. Тебе шлем-то Если что, честно. в итоге-то я вношу или что? Чемпион? Шлем-то тебе нужен? Да. Все, ты готов? Или... А, нет, не готов, вижу. Ты А, вал не забудь здесь. Бля, это ж получается тебе вал собрать, это вообще по дешевке, это типа сам вал купить и 20 тысяч где-то, да? Там рукоятка у тебя, блядь, 20 стоит. 10 переходник. не, ну смотри, сам вал только 200 стоит. Ну, если брать в интерес, а, или он подорожал, поди, сколько он стоит? Ну, 60 тысяч вот. 60 Нет. тысяч, крепление за 10, и ручка у тебя 20, да, стоит РК1? Нет, у меня же вал не в интерес. Ну, я понимаю, но это по факту одно и то же. Ну, в реальности одно и то же, да, но Да не здесь нет. хуя. Ну там, по-моему, у вала, который у тебя, у него отдача побольше, и все. Ну или Они, по-моему, разброс. одинаковые. Так, а меня А. выкину из лобби, слышь? А, я же перезаходил. Нет, ну ВСС, мне кажется, он дешевле стоит все равно.
ВСС винторез, да, он 60 тысяч стоит, и в сумме где-то, чтобы его собрать, 1120 надо, по идее. А вал, нахуй, он там 200 стоит, так еще. Ну там, короче, похуй. Пока что я еще не дорос до этого. И коронки егеря нема, поэтому у меня ВСС и вал собирается, блядь, за 300 тысяч. Пока что. Так. Очень... Подожди, СП... Это получается, если я в вайпе поставлю второй верстак, именно за дня 4-5, это, получается, СП-6, да, смогу крафтить, по идее? Они вроде на втором верстаке. Ну, посмотри на втором, если. Ну, вряд ли ты за неделю, конечно, все сделаешь. Да, ну, согласен, да, за где-то за полторы. Ха. Это вот максимум. Да, и БЖ ну, хотя бы, не знаю, там за полгода это сделать. Второй верстак поставить там? Не, ну, не в плане крафта, а в плане хотя бы их покупать. А, ну, про коронку, да. Ну, потому что ты по-любому там же, мне кажется, во-первых, их там будет малое количество, и плюс ты будешь ждать еще крафта, не знаю, там, сколько времени. Долго-долго. Ну, в принципе, чтобы всех торговцев на третий качнуть, именно без... Ну, именно на предтоповый, как у меня, это надо, наверное... Месяц, может, полтора, наверное, имя упорной игры. Ну да, если квест выполняет, то да, где-то полтора месяца. Да просто сейчас не вижу смысла это делать, так как вайп через 2 дня или 3, я думаю. В конце месяца он приблизительно будет, как и 2-3 дня. Что? Так а почему так, кто тебе сказал, что на неделю? Ну и это, по-моему, предположение, то, что он будет... Где-то ну, с 15 по 18 где-то. Ну, я думаю так. Я не знаю, потому что прошлый вайп где-то тоже был в конце месяца. Ну, ладно. Ну, имеется в виду в том году. Поэтому. Да там, если так смотреть, то вообще вайп, он... Ну, не предугадать именно по конкретному числу. Ну, да. Кстати, реально, надо было, может, ВСС лучше собирать-то. Хоть дешевле. Ну, просто, мне кажется, там, по-моему, нельзя поставить на него это, только яйцо. Можно поставить на ВСС. Я же сейчас смотрел эту залупу, переходник. А, ну ладно, посмотрим тогда. Нет, ты смотрел же на вал. А, нет, ну, я имел в виду ВСС. Я именно зашел, положил в схрон и нажал модифицировать. И смотрел. Ну, короче, сам можешь все посмотреть. Ну, так, я именно ВСС смотрел. Надо будет почекать уже. Ну, просто ВСС намного дешевле собирать, в любом случае. Сейчас чаще. А, нет, я так не смогу посмотреть, бля. Ну вот я сейчас смотрю, ну я не знаю, да, наверное, срежу информацию. Вал стоит 300 тысяч собрать, а винторез 200. А, кто зарез про нас уебищный? Тебе рюкзак не нужен? Ну я не знаю, можешь забрать пока. А, нет, у меня как раз скинем. А. Всем забрал ведь? Держу. И открываю. Я тебя прыгнул зачем-то. Дверь выломали, по-моему. Там копошаться, ага. Пошли на офис. А, по корунде, в принципе, пойдет. Ну, пойдем. Тайминг проебали, конечно. Иди снизу. Блин, у меня россыпи нет. За балкой сидит. Я его, короче, скип попал. Блядь.
Блять, ладно. Да, конфиз запущешь. Убил типа. Блять, я умер. Там еще. Блять. Забей. Да. Там, короче, фул какой-то бич с этим. Подожди. А, нихуя, он на этом. На MP7. Понятно. Так, смотрим за стримом. Ну, блядь, ты просто так вышел, короче, это. А, он меня начал хуярить, я развернулся, вот пиздил, блядь, мне хуёво. Нет, я просто не понял, где ты сидишь. Точнее, я просто открываю дверь, блядь, передо мной челик стоит, блядь. И... Убьет, не? Ебать. Сейчас откиснешь, слышишь? Ну, блядь, мне не хватит потом патрону закинуть. А ты инъектор закинешь? А у меня нет его. Я не взял. МК-дерьмо, просто выбей, наверное. А ты коронку достал, да? Напомню. О, блядь! Давай, ты сможешь. Давай. Молодец. Так. Просто я не понял звука, блядь. Да, короче, я открываю дверь, блин, забегаю. Лево прочекиваю, он там слился со стенкой, его не вижу. Прохожу дальше к этому, к сейфу. Думал, он справа сидит. А у меня в спину начинает забирать, я его убил, короче. Там. Ну, блядь. Эк, а чё? Ну, я пушку забрал, ты, конечно, магазин не забрал, блядь. Тогда проблема. А, ну, у меня два магазина, конечно, есть. Но у меня нету этих... патронов. Ну, а ты у тебя не в трусах ни разу? Так, у меня именно СП-6 россыпи не было. Они у меня в обоими были. Вот ведь, ну, блядь. А чё делать? Так. И денег. Бля, у меня ещё денег нет, пизда. Ещё проблема, люто. Я тебе тогда этот стекло починю. Окей. О, слышишь? Я понял. Этот... Вынеси мне этот не вал, потому что патрон на него ноль. А вынеси, короче, этот КС-23М. Я сейчас буду суету наводить. У тебя патрон-то есть? Сейчас скажу. А у тебя на него нет патрон? Я сегодня уже челиком все отдал. Бля. Суета не получилась. А, ладно, ну подожди, я можешь их купить. Ну там, по-моему, сколько? По 15 штук, по-моему, продают. А, ну да, вон могу купить. А, даже 40. Ты будешь всех, короче, кумарить с этого? Вала, а я буду добивать. Да мне кажется, как бы тебе тоже это, ну, в смысле, они тоже должны с твоих патронов заебись уходить. Да мне просто на вал нету, блять, этих патрон. Я бы так сам продолжил бы на похуй. Так. Ух,
нихуя, у тебя там РП... Это был РПК, да? Где? Ну, то есть там РПК на вафле, по-моему, или что-то такое жесткое. Это дробик. Сайга показалась. Почему у тебя там был КС-23 именно... А хотя, подожди, а есть разница с этим, с прикладом или без? У меня сильно он носить будет? Благодарствую за подписку. Без приклада этот. А я не знаю, я вообще с ней никогда не бегал, поэтому я не шарю. Мне кажется, если стрельну, ебать меня там унесет. Да, давай, удачи, спасибо, что не похуесосил и посидел. А то, блядь, разные люди бывают. Ты стрельнул, нахуй, это шок. Так, а что мне по броне одеть? Хороший вопрос. Ну, почекай более такое эту хорошее, ага, чтобы сразу не сливаться. А чё? Может, разгрузки у тебя есть какие-нибудь? Да, я картоху одел. Тоже неплохо. Ну, типа, картоха на 37 пойдет. Я просто есть HPC пятерка, но я его починить не могу, потому что денег нема. Так... Что-то у меня тут... Ага, понял. Завтра, наверное, зайду, денег пойду пофармлю, потому что хочу с калашами побегать. Начну санку, наверное, или что-нибудь посмотрим. Пофармлю денег, и если завтра пойдешь играть, вот нормально будет. С калашами буду. Ну, если тоже где-то примерно вечернее, ночное время. Да, без проблем. А какая лучше, шрапнель? Чем это? А я вообще не знаю. Я говорю, я... Я знаю, то, что желтый... Не, я просто знаю, типа, желтыми вот этими играют. Наверное, я не видел ни разу. Так. Ну, я готов, в принципе. А, у меня уколов нет, точно. У тебя... А, у тебя же гамма, да, подсумок? У тебя тут дайсик и некторница помещается вроде. Капец, гамма удобная тема. Мне кажется, я, короче, вообще буду киборгом-убийцей с этим... Лемом и Дроздом. Казахстан. Ну, если пизды не получишь от меня, то да. Ну, типа, мой бул-бул мне сейчас, это проебал бы, я сейчас забрал Аша. Это же вообще шок. Вот этот шлем, шестерка, так еще и КС-23. Ну, я же тебе выношу его. А, подожди, у меня же, по-моему, мое забрал ее обычную. Не-не, забрал Аша, это который броник, понял? Зеленая шестерка. А. Типа вот этот шлем и забрал Аша, это же вообще имба. Подожди. Так, это нормально. У меня, по-моему, без этих был, без паутин. Все, найс. Так, бла-бла-бла. Бла-бла. А, еда. Кушать надо. А ты Full Vibe, да, этот играл? Ну, мы играли с друзьями где-то до... Ну, до весны, наверное. Понял. И потом что-то как-то уже все. Ну... Каждый, короче, хочет свое делать. Блядь, ебать, я выгляжу как голодная кепка какая-то. Так и есть. Ну, по факту, да. Я приду, я отойду до начала рейда. Давай.
Здесь? Так, я тут. Ты где? Перед тобой. Ого. Что там такое? Что происходит? Надо бежать уже. Пока, пока они там разбираются между собой. Вроде в ноги, да, надо стрелять? Ну да, ну, по конечностям. Он метал кто-то. Это я был, наверное. Я поднимаюсь. За тебя. Брал. Вдалеке стоит. Ты можешь дружок быть, не забывай. Что? Что случилось? Что случилось? Почему-то анимация рюкзака скидывает, которая скидывается. А, это опять добавилось, походу. Но он на тебе? Ну, я его не вижу, по крайней мере. А, ну да, забагалось. Как всегда, собственно. И чё, он, интересно, соло? И ты, а ты патроны забрал? Да, да, да. Чё, не знаю, но челик справа еще. Ну, что-то шумело. Я за тебя. А, я понял. Че, пошли пушить? Ну давай я пойду. Ну, ладно. Просто мы сейчас вдвоем так найдемся. Все, не было. Вообще-то вот это убил? Угу. Это дикарь. Да ладно. Какие ночи есть еще пописал? Там яйцо есть в сейфе. Нет, а о чем куешал, блядь? О, а Тагила. Че, пойдем пиздить? На противоположной лестнице, куда мы пришли. Да ладно. Да. К нам поднимаются, чел. Это Тагила. Нет, чел. Он сейчас под... А вот там Тагила. Пизда. Блядь, а? Блять. У меня старта была заряжена. Он бежит. А что, он так быстро умер? Собирай. Ебать, подожди. А, сейчас АВС. А, ну да, я думаю, получше будет. У тебя ж... у тебя рюкзака нет, да? Mm-mm. Я ж тебе его отдал. Я понимаю, но проблема есть. Я хочу этот шлемок засейвить. Этот... А к свой выкини, возьми его и все. Я теперь крутой. Еще тебе голова лоза будет, сука. Этот шлемок-то тоже охуительный. Не, он пиздатый, да. А я шлемок смогу закинуть? Нет, да? Нет, на себя только. А, вон здесь есть, кстати, этот. Ебать ты, чел. Чё там? Ну, такой, в плане сумочки. Ебанутый? А. Ну, такой неплохой. Чё, пиши? Оп. А где сумочка? Блин, да вон беркут. А, о, можешь прям сосать? М? Я вот. Не-не. Ща. Давай скину. Ладно, пошли за вот этот. Ну и я тебе скинул этот сумку. О-о-о. Забирай все с этого с босса и пошли на выход. А у меня на спине, скорее всего, рюкзак, да? Ну у тебя он на руке. Ну, сзади он, да. А, у нас. У тебя, наверное, он одинаковый. Можешь шлем забрать или нет?
Ой, чем? Шлем забрать можешь вот этот? Тут ШЗ, вот этот 2DTM. Подожди. Просто хороший, не хочу его оставлять тут. Ты что забрал? Да. Разгрузку забрал? Да. Сейчас эти надо забрать обоима. А я их не заберу, да, никак. Кого? Да, обоима хотел забрать. А что, не влазит? Mm-mm. Блядство. Ну, он зато есть вот это, вот, смотри. Кефть ты мне. Хорош. Ну что, пусть туда. А ты кепку забрал? А. Конечно. Я понизу. На. Кепка, кстати, по квесту. А здесь труп. Че по квесту? Кепка по квесту нужна будет в будущем. Сейчас я вот выгляжу, понял, как настоящий мужчина. Теперь можно изи зовут играть. Сейчас я ВС-ку еще там починю на последней бабке и все нахуй. Реально мужчина буду. Хорош. Бля, портфель забагался. Ну да ладно. Бля, вообще сейчас ничего скидывать нельзя, как я понял. Все багается. Это, наверное, из-за патча последнего. Ну, кстати, не знаю, может, это, кстати, из-за предметов некоторых, которые так получаются, я не шарю. Да не, это никогда у меня такое не было. Это из-за патча, который на 0.7 был. Так, готов на, кстати. Так, теперь что в итоге-то? Шлем забери себе, а тот я вынесу. Что еще раз? Ну, шлем Тагилы себе забери, а тот, который я забирал. Да, этот, который вот этот ШЗ, можешь себе вот оставить, не? Просто сейчас хочу в убей побегать. Или тебе его некуда скидывать? Он побегать? Ну, я хочу бегать в тагиловской маске. А, ну, да, сам смотрим. Шлем скинь себе, там, может, завтра еще играть будем. Посмотрим, может, вынеси. Но если не умрешь. Ну, сейчас умрем, посмотрим. Его главное найти потом где-нибудь. Бля, это ж на вайпе, если убить Тагилу, и забрать АВС-ку и шлемак убей. Это же все. Это же ты неубиваемый. Там ни у кого нет патрон, который пробьют тебя. Да, по идее. Я правильно думаю? Ну, меня ебашили. Все равно с него. В него, точнее. Ну так, блять, я даже не знаю, кем надо быть. Ну, я много раз, в этом вайпе я вообще его на изи убиваю, потому что, блядь, у меня этот ебучий вал с этими патронами. И как бы я, допустим, также челботам отдавал его снарягу. Как бы мне... Если по ногам стрелять, а именно... Нет, я же в тело же стрелял. Сейчас. Так, шлем, значит, еще не нужен, да? Я думаю, сейчас это будет ластовый, либо через один ластовый. Посмотрим. Ну, посмотри. Ну, я бы еще покурить бы сходил. Так что я, короче, пока отойду на минуту. Да, алкаш, а ты не алкаш? Ты можешь это... Запустить рейд и отойти, или так нельзя? Чего?
Ты можешь, короче, именно поставить запускаться рейд и отойти? Могу. Но просто видишь потом... А, вдруг я там опоздаю. Ну ты быстрее там все делай. Ты, бля, хотя бы нормально обратись ко мне, чтобы я тебе отвечал потом. А да тебе в чате там что-то? Если ты, блядь, обиделся на то, что тебя убили, то как бы... Пошел нахуй. Ладно, сейчас приду. Че, совсем еблан? Как ты к людям обращаешься? Да мать твоя алкашня, блядь. Ты сюда зашел для чего, блядь? Чтобы сказать, что я алкаш? Алло. Да, сейчас страханусь, а, блядь, или... Ты доебаться хочешь? Какая водяра, блядь, ты чё? Ты долбоёб? Всё, блядь, с клонами не переговаривайся, ты чё, гораешь? Не опускайся на уровень долбоёба. Ну, сейчас, короче, приду. Типа, блядь, лет 10 от силы. Блядь, типа ник 1364N, блядь, чего разгорять вообще можно? Алло, алло.
тут? А, блядь. Иди. Есть там? Да, убил типа. Хорош. Еще. Там же. Но я не слышал вообще никого. У нас слева. РГН? Убил, по-моему. Нет, не убил. Он нет. Кашляет. Кидай гранат, одни пики. Зря. Блять, надо было сказать. Кинул тоже. Я минус. Убил его. Хорош. Сори. Моя хуйня тебя ослепила? Ну, там так. Как бы я все равно понимал, куда бежать. Ебать, тоже автогиловской. Ну все, разматывай. Дурак. Дурак. А, у меня просто в руку убил, блядь. Заебись. С лошадями. Я был на СП пятых, нихуя. На пятых? Да, у тебя обойма на пятых. Блядь. Вот поэтому и не улетел. Нет, у тебя одна была на шестых, вторая на пятых, скорее всего. Может быть. Ну, забирай что. А, ну да, вон у меня он валяется. Еще. Ну тут же крэк бегает. Походу на флешетах. Ну, у меня убрал даун. У меня еще тело. У тебя их... Так. Там тип какой-то заряжен остался. Он там где-то сидит. А я не вижу, у тебя это исключено. Эх, ну тебя укомплектовал. Ну вас точнее, двоих пупсиков. Хорош. Ну, остался... Ну, и там, получается, я добил двоих. И остался ласт. Ну, еще два может быть. Так, подожди, а что меня не открывается-то? Проблема в том, что я ничего не слышу. Он меня...
что за хуйня? У меня... Ладно, похуй. Я отсосал как лох. Ладно. Надо было, наверное, вал брать. Ну, похуй. А еще он меня убил? О боже. Ну, там у него тапла какая-то была. Звук. О боже, блядь. Я там... Хуёвый патрон. Да я не знаю, надо было вал брать и ебашить его. Я застал на пятых стрелять. Короче, там, походу, мутант, блядь, на этой, на самых хуёвых патронах. И меня убил в этот, в грудь. То есть, у меня броник защищает. Ой, у меня убил живот, а у меня броник грудь защищает. Ладно, похуй. Блять, ладно, отсосал я люто, конечно. Так, по схрону печально все. Ну там проблема была чисто то, что этот, блять, чел с дробиком светил. Я мог сейчас убить спокойно, но я пососал. Это что? Короче, у меня будет ровно 17 выстрелов, либо пизда. Погнали. И убита бронь гунов. Хардкор. Неплохо. Сейчас нужно опять одеваться. Бля, вот это ШКС-очку проебала печалька. Но она отъебала нормально так. Ну, здесь, наверное, больше за шлемак будет обидно. Похуй на шлемак. Так, у меня такая сочка беднее. Короче, не будет еще одну КС-очки, я бы поиграл. Я не знаю, это просто... Там расстояние было метров 50, ну ладно, метров 20. Она его шотнула, это просто прекрасно. Да, по-моему, боялся еще всю жизнь. Если она тебе не нужна, то я бы не отказался, потому что оружие мощное. Бля, я случайно в бешку зашел, сейчас грузиться 2 года будет. А ты вал собираешь? ВСС уже. На этот раз. Да, я попутаю их, да, ВСС. Рукоятка только дорогая. И сколько вышло? Не знаю пока. Ну, по дешевле будет, ясно дело, как вал покупать, собирать. Блять, надо будет этот прицел вообще убрать нахуй. Ну что, тебе не нравится? Ну там больше этот тот прицел был больше на какой-нибудь дробовичок, я не знаю. Понял. Так, что тебе говоришь надо? КС-очку. Этого хватит. Сейчас хочу суеты с КС-очки навести. Ебать, там каймана. Всякие. Блядь, где-то у меня, по-моему, может быть, здесь он был. А, так у меня вообще доебение. Вон он. Ой, это получается не... Подожди, АКС-ки, они в диких, да, падают вроде? Да, в диких крафтинг. Я уж не помню даже. Ну всё, похуй. Скорее всего, за диких аресло. Ух, у меня такие... там шлемак был.
Вот сейчас Тагилу убьем, вообще кайф будет, опять маску убей будет, и ну, убиваем. Ну, и если... Лестница. Угу. Ты меня вообще долго убивал? Но я там люто засыпал, типа. Был бы я под скиллов, я бы убил. Я, короче, один выстрел по нему попал, и потом один промахнулся, и третий не смог. Ну, убило. Вот. Ну, но он же пушит потом. А если дики говорят банворды, то пофиг, ты чё? Ну да, это же типа игровая механика. Все, понял. Игровые звуки, так сказать. Блядь, вот так-то вот тоже не хочется с этими идти. Бля, вон БПхи. Не, мне кажется, эти БПхи потом это... Я же их не куплю. Так они там, это то же самое, что и СП-6, они чуть-чуть получше. Так нет, ну... А, подожди, БП, это... Ладно, похуй, я ниже не помню. Короче, я просто возьму вот так вот, чтобы они просто были. Так, еда, вода, бла-бла, гранатки. Так, здесь сегодня уже он из жетончиков ебучих. Не, да, гранатки все равно нужны. Там денег нет, похуй. Этот, я, получается, за... Сколько? Сейчас скажу. За 60 часов убил... Ну, 100 ЧВК. Хорош. Не знаю, это хорошо или плохо, но пойдет. Почти 100 ЧВК за сколько дней? За... Ну, там, за 4 дня. Ну, как будто много, слышь, я так подумал. Ну, это дрочево, да, жестко. Да, ну как, я не знаю, я просто бегал, квест выполнял, там, ебать по параллельно. Пойдет. У меня вот у друга за сколько? За 500 часов или там за 1000 часов, что-то такое, именно за этот вайп. Что-то 300 или 500 чувака. Только более ПВЕ. Неплохо. Ну, у меня вообще обычная стата. Там видишь, так. Так. У меня всего... Так, где эти черики? А у чувака 217 чувака он у тебя. А, ну да. Пойдет. У меня там что-то 80 с чем-то. Ну просто видишь, я же говорю то, что мы больше бегали раньше так. Ну точнее, как бы на завод мы не бегаем. Я уже так сам все хожу. Понял, да похуй вообще на самом деле. Поебать. Ну вот у меня по статье нахуй схрон. Типа 1200 стоит, сейчас скажу. У меня схрон... Где? А вот... Стоп, где? Слева. Да, я вижу 4 миллиона он. Хотя не знаю, что на 4 миллиона, у меня как будто 1500 максимум. Ну это если ты все продашь, то будет. Такой... А, у меня вот эта залупа дорого стоит. И вот... У меня тоже мало. Охуй. И похуй, я душу богат, погнали. Так, ты патрон с чего у тебя есть? Да, я взял. Ладно, посмотрим, что-то как там ВСС работает. У него дачи меньше. Чуть-чуть. Ну хуй знает. Это не то, что чувствуется, но все равно. Так, патроны взял. А ты броник взял? У тебя броника нет? У меня броника нет, да. Бля, что ты понимал, у меня вот эта ЦПЦшка Gun Edition 15 этого, 15 прочности. Это просто мое почтение. Ну, просто, значит, у тебя все попинали. У меня, кстати, вон еще самурайский есть. Не знаю, откуда, у кого ты его забрал, короче. А, что-что? Ну, вот это вот. Чаще. А, редут. Самурайская тема какая-то, ага.
А он жесткий, на самом деле, хороший броник. Это он даже... Он очень пиздатый, я бы сказал. У него на заводе только так бегать. Блин, здесь столько броников прикольных, ты берешь этот ММЦ. А что делать? Хотя, ну, по факту ты этот подвижный играешь, так что пойдет. Бля, до сих пор в ахуе своего шлема. Он ебать сколько танчит. Ну, может, под пантроса просто так залетали. Ну, с того, да, у которого в последний раз там был, въебал он тыкали, вот там было жестко. Я тебе говорю, когда идет с этого, с Мьёльнира. Мьёльнир — это вообще самое жесткое оружие в игре, если что. Ну, типа, это самое сильное, по идее. Да, и ты вышел жестко. Ладно, я так был. Ну, в такой ситуации обидно, что как бы... Я он челику разрешил забрать твою пушку, а в итоге он даже нет. И на стриме зашел и не добавился. Ну, точнее, он сам хотел это сделать. В итоге просто, короче, оккупировал тебя и съебался. Ну, наебал, короче. Типичные челики. А, ну, короче, ты отошел, походу. КС-очку. Слышишь? Так, сейчас жди. Патронцы. Патронцы где-то под ногами вон. А у меня есть, ладно. Все, готов, ебать. Погнали. Бля, прицел уебищный у меня. Пушит, по-моему, на мин. Убил. А, тут бот. А, я думал, это... Блять, я без ног. Ёбаный рот. Как он так, сука, стреляет? Займи тогда пока это... Офис. Починился, если чё. Блять, у меня руку как-то выбил. Ники там. Ты где? Там. На лестнице. У тебя. Понял. Походу мы без щелков. А он где сам? Да, прям в туннеле, дикий ёба. Двое. Капец, он живучий. Вон в этой, в комнате. Я чинюсь еще. Да, сам чинюсь.
Warfare. Нам обещал просить. Я пока вообще никак не помогу. Надеюсь, не так его. А тебя? Нет, я лежу. Так, в итоге-то что там, челики-то были? Да нет. Ну, эту дуру тоже не слышно. Ну, без щели поскольку. Я поднимаюсь. Ты, я вот без щека. Думаешь, в офисе есть? Да, я не знаю, может быть. Бегу к тебе. Я... Только на кого нарёт? На меня, блять, я ж по нему стрелял. Выкашляю. Ща, блять, ща. Так, никого. Сейф трогай. Надо перезапустить, я думаю. Зачем? Думаешь, здесь, ты думаешь, здесь челиков нет? Чисто, да. Я думал, файл был бы. Либо они на выход сели. А ко мне. Ну видишь, он на кого-то же он агрится. На меня он агрится, я говорю. Да нет, ты же где, блядь? Да ты видишь, этот. Эш до этого по нему начал стрелять. И он. Что-то. Да хуй знает, короче. Он, блядь, пятерам башка не рубит. Подыщет на спаун. Короче, я предлагаю пойти на этот. Так, я спускаюсь на первый этаж, где выход. Это ты? Да, да. Ага. А, ты на выход все-таки хочешь? А? Ты на выход все-таки хочешь? Ну, а смысл? Ебать, он там орёт. Gonna kill you all, bastards! Keep them coming! You are going down! Ещё быстро перезапустим без скида. И заебись. Ни тагилы, нихуя не людей. Еще и пробежку сделали, блять, ебаный рот. У меня с 4 был, я без пробежки. Хорош. Угу. Только я так могу. Ты не можешь. Ну так. Не до раз до моего уровня, чтобы 4 диких за рейд убивать. Только тиммейтов. Ты не понимаешь, я алкаш просто. Алкаши вообще не умеют, блядь. Точно, точно. Нихуя. Их снизал, короче, чтоб. Ну, чтоб тебя. На вопрос ответили, надо, короче, сначала человека алкашом назвать. Не, там... По сути, я бы вообще бы не общался с такими долбоебами. Так. Все, фас перезапускаем, и все, кайф, запускай. Ластовый, да, 100% из спадки. Так обидно вот то, что, считай, меня выбили, и я уже сразу все. Уже даже ничего не могу сделать. Не, ну... Ну, считай, я сколько времени потратил, ты там уже побегал всю карту. Ну, почти. А. Ну, мне кажется, там по-любому человек сидел. Где-то. Ну, я прочекал спаун, который в этом, в туннельчике, потом спаун, где вот лево, понял? Когда прочаю, ну где-то на... Ну там никого не было, хуй знает. Всё, я отошёл.
Алло, алло. Бля, сейчас еще по-любому лестницы не в этом гараже. Че ты говоришь? А, не, 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 ничего. Слева у нас молчилка. Аккуратно. Бегут, бегут, тише. Да. Наверх, наверху. Наверх пойду, а, не по этой, по палке бегут. Да, вижу, вижу, вижу. Он один был. Убил его. Хорош. А чего? Это, короче, в этом фатерсе. Там какой-то прям залетный тип такой, понял? Я в офисах. В офисах. Я тоже. В офис. Я на дальней этой блокочнике. На дальней лестнице? Ну да, на левой лесенке. А у меня тут вниз упал. Так, что-то. Я поднимаюсь. Я на типа вот. На который... балке который? Да, да. Ну я, короче, на дальней лесенке от тебя ищу. Блять, у меня такой прицел ебичный. Пиздецко, да? Ты железкой бежишь? Ну, сейчас ты ко мне бежишь. Меня слышно? Алло, алло. Да-да-да. Я думаю, как... Соло. А ты куда убежал? На выход? Да-да-да. Зачем? Надо. Ну ладно, давайте. Все. Завтра будешь? На сегодня, то есть? Ну, не знаю. Там посмотрим. Может быть, скорее всего, да. Все понял. Все, давай. Ладно, давай. Пошел-шел. Угу. Вот он, блядь. Можно так много не стрелять, блядь, нихуя не слышно.
Ты вылазить будешь? Как ты меня заебал уже. Мысли, блядь. Блядь! Патроны, ёбаный рот, сука! Просто забайтился на этого петуша. Бля, как обидно нахуй. А нахуй не все сюда прибежали? Ну, человек, скорее всего, был. Сейчас я перезапущу.